Друзья мои, Iron Front, Куразвеки называется карта. Мы русские, против нас немцы, и мы обороняем город Куразвеки. Покидать город не можем, находимся только здесь и воюем тоже только здесь. Есть у нас танчики, и положение дел такое. Здесь у нас миномет, танки стоят, то есть фронт атаки... Определен. Враг идет на нас с севера. Мы обороняем город Куразвеки, не выходим за красный квадрат. Господа. Я скинул диски. Возьми два диска. Все лутаются. Диски, не диски. Так. Взять в плен. Да не уйдут при билеты, отстаньте. Взаимодействие, открыть инвентарь. Мне нужна твоя сумка. Наряга. Сумка. Вон, возьми. Чик. Где там? Где он? Так, вот это подходит, подходит. А. Да нет, уже стырили. Что такое? Кто пацана в плен взял? А нет, а не, вот РПГ. Вот же РПГ 6. Опять бедолагу повязали, блядь. Бля, да выхи нету на стрельке радистки по интернету. Нет, это я делаю! Так, какой снаряд вам нужен? Пойду посмотрю на этих бешеных. Бля, они орут что-то там, бля. Ребят, это, ребят, честно, парни, мужики, совет, на шепот это надо. Тут не слышно! Вас немцы уже слышат, бля. Громче говори! Он, сука, орёт там сидит внутри. Алло, говорите. Докер, докер. Мы могли бы за это время просто перенести миномет с ящиками на новые позиции. Пацанам в танке не слышно, орут друг другу. Не забываем, ребят, давайте после лута как бы все отходим на юг. Мы устрашаем врагов, все нормально. У нас в танке проблемы. Что такое? Паника. Паника, паника в танке, блядь. Клаустрофобия? Механик, заряжай. Так, я в синем минусом. Белая шишка. Там угловое. Да я понимаю. Мужики, я взял под конвой, вы только скажите. Спокуха засунул, не сухо. Спокуха, спокуха. Ты его, походу, дело уже убил, он посидел. Я его из-под ружья сейчас щелкну. Не надо, я только жить начинаю, на пенсию перехожу. Вы только скажите. Короче, ребят, не забываем, сейчас начинается старт, мы уходим на юг. Мы за тобой. Погнали. Простыл, что ли? О, это нормас. Смотри, побежал как молодой, да? Прям что-то, он что-то знал. Ненавидит немца, походу. Куда? За танком, он говорит нам. Танк не забрал. Танк не смог?
О, ну тут вообще шикардос, как на ладони. Блин. Я, да, в доме. Давай ты за стенкой у тебя. Башка стоит, что-то тупит у церкви. Угу. Она деревья. Ну тут что, мы как заградительный редут можем встать. Тут да, в принципе. Ну вот это вот этот заборчик, он же хлюпенький, он пробивается. Как учили. Это вот север, там как раз наши... Да. Вот церковь же... это одна, один человек СТБ. Вот нам наш метод, он туда левее. Ну да. Луне окно. Да в принципе, если они пойдут, как бы тут куда прибежим, где их встретим. Ну, у меня, да. Наваливает вообще, дай боже. Выменил на перегрузочной станции на пачку махорки. Да. На продовольственном пункте. Слушай, а деревня-то большая, мы можем вообще растянуться еще на восток маленечко, да, по домам? А у нас пометки и стелс здесь только танк, что ли, на нашей позиции? А они только на танках и на башке. Более, кроме нас здесь никого нет, в принципе. И вот этот вот стелс северо-запад, это там разведка башка, да? Да. Угу. Остальное все пехота, кроме, видишь, значок миномета на юге. Так это у нас и запад, и север весь. Угу. Ну да, теоретически, да. ПТ-шек мы... у нас, я так подозреваю, не особо. Кого? ПТ-шек. Я бы сказал, нету. ПТ-шка это РГ-42, да, у нас получается? РГ-6, да. А, РГ-6 даже, у меня вообще ни одной нет. Эй, ребята! Вот. Что такое? Я сейчас иду на наблюдателя. Будьте у танка, потому что рация только у него. Я дам команду, чтобы вы выдвигались на занимаемые позиции на метку. А мы отсюда не можем отстреливать до конца? Там потом, там край деревни, там они будут заходить, скорее всего. Смотри по карте. Так они могут и заходить из запада, и с юга обойти, могут. Не? Могут. Могут. Какая разница, мы здесь могут. Будем, мы с горы видим всю низину. Ну, если хотите, то я тебя побежал туда. Там это, ну-ка, на секунду, отойдем. Ты кто? Меня зовет на секунду. Ой, да не тебя. А чё башка ездит тут еще? Ты меня звал. Да он булит. На северо-западную позицию. Анта. А. Заплутал. Мы где? Мы сейчас на метке стелса? Да. Вот здесь мы. Видишь карту? Ага, вижу. А, вот здесь. Блядь, карту откройте. Вон, ориентир церковь. Мы от церкви строго на... Вот. Я по карте вот вожу. Запад вообще не прикрыт, бля. Не, ну туда из ТБшка идет разведка. Запад, да. Какая из ТБшка? Из стелса, нет, там башка уйдет. Башка, да. Башка. Но опять же, связи не будет. Что там будет твориться? И башка, он пока тут катается, не пойми, что делает. Такое ощущение, что у него колесо выбито, видите? Я не вижу.
Блин, нам бы рассосаться, дом какой-нибудь забрать и просто там аннигилировать. Сарай работает. Я спец под сараем так-то. Ну, в принципе, отсюда можно неплохо наваливать так-то. Да, что-то как-то... Спрятаться-то толком некуда, блядь. Угу. Слушай, мне кажется, ли я машину слышу? Да, я тоже. Где-то возьмем эти 8, да? Да. 6-8. Пойдем на ту сторону посмотрим. А есть бинокль? Не, я отдал пулеметчику. А мы не увидим. А у нас что, приказ, как, что, когда, координация, откуда, где связь? А он вот скажет, по-моему, танкисты должны сказать, когда он туда на точку возвращает. Где будет УВД? Танкисты по рации, а кто у нас примет? Ты сам? Да танкист должен сказать, прибежать, наверное, рявкнуть там что-нибудь. Я тоже так танкисты-то понял. Танкисты-то где? Вон бежит танкист. А вон он бежит, да. Дружище. Что, нам бежать? Бежать нам нет, команда пошла, нет, поэтому по радиостанции. Пехота, бля. Бля, меня чувак плечистый, да кровотечение. У них три грузовика, походу. Да, у них еще куча грузовиков. Слушай, а наш сказал, наш Буллет сказал, что вам по связи передаст, короче. Походу, что у нас они где-то вот здесь вот обходят. Да, мне тоже так кажется, они выйдут где-то вот тут с поля. Да. Поднизим. А где Тан? Откуда ты выбежал, да, Тан? Вон он выпрыгнул. А, все, я понял. Все. Мужики, команды нам не было. Парни, нас объезжают с запада. Слышишь, да, гудит на западе? Угу. Да. Где-то вот там вот гудит уже. Угу. Да, нас объезжают через запад, мужики. Короче, команды не было нихуя еще. Мне кажется, она ее и не будет. Ну похуй, он ошибся, может. Санта, вот отсюда все охуенно видно. Ай. Вот там можно выкатиться. Вон там дома есть, туда можем сесть. Ну пойдем, да? Да, слышь, объехали однозначно. А, дезертируем, нельзя. Бля. Ну, значит, здесь живем. Те дома нельзя. Блять, если их закрепляться, то только здесь, наверное. Так, да, это проселка. Да, в те дома нельзя уже. Мы вообще с вами находимся вот здесь, около этого дома, на метке стелс ровно. Потому что вот эти домики уже за них нельзя. Да, прямо у него. У нас чуть ниже большая гряда домов. Но тут на горе, тут выгоднее позиция. С горы-то проще стрелять. Там, да, там дайте. Ну блин, ну сзади-то все равно с запада точно будет. А вы не бойтесь, если прикрывать. Я сортирку спрячусь, дайте. Давай. Ты только не перепутай, короче, потом бумажки дайте. Все, ему все, он в сортир ушел, мне. Нашел уже, я видел, сорвал правой рукой. Лопух. Блин, да, если с запада зайдут, это вообще будет жопа. Если танк борщинет. У нас остается только вот этот дом. Из этого дома ничего не видно вообще. Ни в какую сторону. Не, ну на ближнего, на подходящего. Ну, блядь, нет, его выкурят по-быстрому, я уверен, блядь, чем. Нам только вниз, мне кажется, отходить. Тут назад, да, только в триггер уходить, в центр.
туалет только и все. Нет, ну стойте, смотрите, у нас же дома еще есть на восток, если отойти. А нету, от нашей метки там одиночный дом, ну сдвоенный какой-то. У нас на этой метке и то больше дом. Там так сарай какой-то. Да дело-то не в доме, тоже. Не, ну входибельный, не ходибельный, но он маленький. Вот, да. Башка, башка. Башка начала работать, да? Слушай, а может это она и ехала? Бля, ну вроде не ее звук, больно, но этот на Opel Blitz было похоже. Не знаю, это... по чесноку, вот в наушниках 7.1 Тиамат, вот там вот уже... Началось. Находится он вообще вот там. Ну, может быть, как бы, тут я спорить не буду. Экипаж в танк сел вообще? Хер его. А, вон бегает. Вон один вылез там что-то. Приспичил, прижало. Ну слушайте, с другой стороны, танк-то туда и на запад и смотрит, да, нет? Угу. Тихо. Сейчас звук слышите, нет? Да, что-то. Ну вот, куда я смотрю, вот там и едет. Ладно, пугайте. Миномет. Что такое? Миномет. А нет, правее. Вот. Тихо, что-то едет впереди, прямо уже. Впереди по полю, чувак русский бежит. Рядом едет, стреляет. Стреляет миномет. Это башка может быть, парни. А чё она приехала? Ах, у неё приказ был такой, врага встретить и сваливать в три. Инфу везёт. Ну значит там есть враг. А, туда миномет пошел, да, уже? Слушай, они с запада пойдут, я вангую прям. Сантыч, мы на западе. Я просто что-то не понял, по дороге разведчик убежал наш. Видел, да, чувак там бежал по дороге? Ну он от нас убежал туда. Да. Так ему же нельзя туда. Так вот. Может это танкист был? Танкист выбегал туда. Танкисту можно там носиться. А, вон возвращается. Бежит назад, да, вижу. Ну, танкисты есть. Тихо! Бля, мужики, они от запада едут, однозначно. А чё у них там тяжёлое есть ещё? Два танка. Ну, громыхает со стороны, откуда БАшка приехала. Слушай, смотрите, короче. Если что пойдет не так, прям уходим в центр на наш респ в Куразвеке. Вот на вот эту дорогу. Церковь, карту церковь, видите? Ориентир. Не на церковь, вот сюда, в центр уходим. Даже. Угу. В центре больше шансов будет. Они тут уже по краешкам гранат откидают, уже отстреляются маленько, уже там это. Так, замолк не едет, да, вроде? Угу. Тормоза. Так, приближение тут убрали, да, я помню? Ну ты чё? Его никогда и не было, ты чё? По-моему, было. Не было. Не суть. Нет. Задержка дыхания и прицел. Всё хорошо. Ну куда, бля? Итак, ну я все, я в укрытии. От Сливовицы повело, что ли, налево? Да. Блин, вот зря он дурачина гудит. Выдает свою позицию. Это еще что такое?
О, там по условностям мы не можем этого сделать, мужики. Нет, вы можете, это выбитую технику нельзя, это своя техника. Нет, тут, короче, скрипт настроен так, если вы будете вокруг карты кататься, да, у нас будет всякая хрень, короче, запрещена посадка в танк, не экипажа. Да мы тебе, ну, объясняем, но не получится у нас. Ну, это заражающий, просто через виду себе заражать нужно будет. И все. Ну, пошли попробуем. Ты слышишь, что тут скрипт стоит, короче? Если я сейчас выйду за край карты, у меня надпись будет громадная на весь экран, да? Что я дезертирую с поля боя. Мы не сможем вам помочь. Нет, в средний, в 3D, в принципе, вы сможете. Ладно, похуй, попробуем. Да, я хреной проверял. Из кукушки вылез. Подожди, у тебя есть ДВС, Вибок? Всё, блядь, командуй. Я буду командовать, ты, блядь, командуй и радист, короче. Я буду заряжать. Да, парни, похуй, нет, вот, у нас вот там. Прям с запада сейчас отчетливые звуки, тяжелые. Отходи, сейчас пизданет сюда. Ну, поехал, мой опер. Мужики, сзади едет. Этот работает колокольно. Колокольно пошло, да. С колокольни, да? Да. Ну там наш. Но он стреляет на запад тоже. Ну да, даже не ориентир 3, а запад. Блин, он прям рядом где-то едет. Это вражеский. Слева. Наш. Колокольня работает еще, отлично. Еще живой. Да. Блин, непонятно, пехота пойдет с запада или там только танки едет? Да, мне тоже так кажется. Там что-то с танком проблем. Зато да. Жив ли у нас КС?
Да не, у нас вот этот танк на западе нас — это преимущество. Как там начнутся взрывы, разрывы и война, стрельба, значит, понятно, что там, ну, все. Во, например. О, танки... Осторожнее было, не вылазьте сильно. Где они? Воздух. А вон они, на запад стреляют, вот. Вот туда стреляют, парни. Не-не-не, это эти сигнальные. Вон, видишь, откуда бьет. Барн. Вот самое высокое. Не-не-не, еще этот правее, правее чуть-чуть. Самое высокое дерево вот. Бьет по колокольне. Да ладно. Че, пехота? Смотри, вот там вот пехота. Вот. Далеко? Погоди. Вон, видал, откуда пуск? Там. Понял, понял тебя. Видел пехоту, да? Да, да. Так, ну что, мужики, к бою? Я наш танк забрасываю. Блин, беги до миномета, вызывай на запад миномет. Он здесь по нашей посадке недалеко стоит. Санта. Ай. Побежал кто, не? Не знаю, беги. Давай, ты. За минометом. Давай. Скажи, на запад пускай бьет. Пойду брызну на минуту. Давай. Сам ты? Да. Я, короче, побежал народ собирать. Куда? Зачем? Миномет хотя бы перенацелюсь. Миномет уже побежал. Ой-ой-ой, все. Ну, смотри, это же там же не наш танк. Нет-нет, все, наш дымит, горит. За минометом пошел, он сейчас переведет его на запад. Наш все, танка нету. Не понял. Чей танк-то ездит? Это там с запада уже обстрел такой пошел, да? Да. А, ну да, крейсера он летят. Танк, походу, привет. Да, дымится. Да, да. Блин, нельзя тут с ними вступать в перепалку жесткую, надо будет отойти. Пустим их и будем бить их в городе. На самом деле, где танк базировался, поваленное дерево, там хорошая позиция. Да, это у тебя. У некоторых тут нет такой хорошей позиции. Понял, о чем я? Понял. Кусты и деревья — это сомнительное укрытие. Прозевать боюсь. Дым, да. Вот тот дым горит, да, как что-то бегает, да. Но это может быть экипаж бы.
Смотрим внимательно. Руби в любом случае. А чё, гони с доминомета дошёл? Ну, наверное. Сейчас посмотрим, куда разрывы пошли. Да, да. Баржив, отходи. Уходи, уходи, уходи. Ох, как прицельно, а. Хорошо лупит, а. Так, одного, по-моему, вывалил. Дороги перебегает уже. Отходим. Дорогу перебежали. Отходим по чуть-чуть. Отходим, Руб. Отходим, отходим. Вниз отходим. Нет, на восток будем отходить. Отходим, отходим, отходим. Братан, на этот запад, запад, внимательно, парни подходят уже. Отходят прям по этой, по колокольне, по стиране, блядь. Ну, конечно, молчи, конечно. Бар, отходим, не, отходим, не отходим. Колокольное движение видел. Отходим, отдадим эти дома, отходим. Они, по-моему, не на нас, не на восток идут, они идут сразу на колокольню. Думаешь? Ну, по крайней мере, он перебежал дорогу направо, вот как посмотрели назад. Может, как-то здесь, на бровочке? Вот тут такое себе, конечно, место. Ты пойдем что так? Да, 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 я думаю, к церкви надо идти. Пойдем потихоньку к церкви. Ну, пойдем. Бля, я бы миномет прикрыл бы. Уверен, что мы отходим, у них с запада ничего не остается. Сейчас до миномета дойду. Хоть не убили, бля. Так, мужики, мы отходим. У вас на западе нет никого. На западе идут. Прям на западе. Уже можете на бить западе. Под край. Прям я под край. Бью, зеленку бью, знаешь, 226, 216 высоту. То есть вот эта западная зеленка, которая идет. Вот сюда бей, 220 уже бей. 220 уже бей? Да, уже все, вот здесь. Вот тут танк наш горит, и вот здесь они бегают уже. Принял, если что, замечаешь. Прям принял. Накидывай туда. Все, удачи вам. Блядь, что за дезертирушка? Пацаны, бейте, бейте на запад, быстрее. Огромная толпа перебежала, прям огромная, через дорогу. Уже бей в триггер на 209-ю, вот сюда. 209-ю принял, сейчас буду бить.
Прям уже в триггер, в крайбейт. Мы все ушли, вот тут вот нет никого. Хорош, насыпай, насыпай. Насыпай, родной. Очевидно, палевный дом. Но мне уже из него не выйти, да, по-моему? Не, вышел. Стоп, ёпта. Так, свои мужики. Да хуй вы меня тут выкурите, блядь. Готов. Слабак, блин. Америка этот. Фрицы оккупировали.
видит нихера, блин. Миномет уже не работает. Папка Санта в один остался. Мне здесь было безопасней. Победа. Хо-хо-хо-хо-хо-хо. Изи. Одну прицельню приговорил. Двоих. Раз, два. Хо-хо-хо-хо-хо.